Доброго времени суток, дорогие коллеги! С вами Шишкина Екатерина и ее мама Кононова Аня. И сегодня мы с вами хотим вам показать блузку, которую Катерина заказала. Это блузка для женщины с рукавом. Цвет белый, размер 42, состав 98% хлопок, 2 эластан. Артикул 191-202. Ну что, Катюш, показывай блузочку, покрутись. В принципе, все нормально. Талию она выражает очень хорошо. Вот встань задом. Вообще такая талия сразу у тебя тонкая в ней. Катюш, зачем заказывала эту блузочку? Как она тебе нравится? Ходить на важные мероприятия. Это во-первых. Она достаточно свободная. Я могу в ней руки поднять. Ну, потом ее придется дергать. Все-таки стесняет движение, да? Немного. Ну, в принципе, блузки они все такие. То есть для важных мероприятий ты ее себе заказала, да? Угу. Так, ну и далее у нас идут обтягивающие трикотажные брюки для женщины. Цвет черный, размер 46, состав 95% хлопок, 5% эластан. Артикул 191-374. Вот такие вот у нас брючки. Катюш, ну что ты можешь про них сказать? Что они удобные, нигде не врезаются, не стягивают, хорошо растягиваются. Да, ну я от себя дополню, что это больше похоже не на брюки, это больше леггинсы. Да, лосины, да, Катюш? Угу. Ну их с какой-то, с чем ты их будешь носить? С какой-нибудь длинной водолазкой такой. С длинной водолазкой, да? Ага. Ну и обратите внимание на кроссовочки. Это кроссовочки, которые идут со светодиодами, да, как вы видите. Катюш, что-то как-то плохо ловится. Ну-ка, если свет выключить, да, вот так лучше. Да, то есть тут идет 12 режимов. У них состав верх эко-кожа, подкладка стелька-текстиль, подошва резина. Да, Катюш, покажи пока подкладку, какая она идет. Они идут с артикулом от 88-345 до 88-358. Да, то есть такие вот. Это детские, но Катерина их захотела, и она их себе заказала. По качеству могу сказать, что оценка 4. Пятерочку я, конечно, поставить не могу. Есть маленькие недочеты где-то, но не на каждой паре обуви. Вот у нас на одной детской паре обуви вот тут вот торчали сильно ниточки. Тут они опять-таки не торчат, да, но где-то есть какие-то погрешности. Вот, да, вот видите, тут как бы не до конца прошито, да, к примеру, вот. Ну, как-то вот есть немножко, но в целом моделька очень симпатичная, очень классная, как бы мне нравится, она аккуратная. Конечно, Катерина их по приколу, может быть, и включит перед подружками. Тебе зачем с огнями-то? Так, вот пойдешь ночью вечером, включил с огнями, идешь так, светишь себе. Это так, понтануться, да? Да. Даже если бы они не были со светодиодами, я бы их все равно взяла. Ну, давай, Катюш, будем мерить. Вот. Сейчас я вам покажу следующее, пока Катерина одевает. В принципе, они нам подошли. Надеваю. Надевает. Хорошо, хорошо. Вот, да, то есть такие вот ботинки для девочки. Цвет черный, размер 36, артикул 88-935. Вверх тут идет искусственная кожа. Подкладка фланель, стелька фланель, подошва резина. Вот. Эти кроссовки, конечно, которые сейчас на Катерине мы неоднократно снимаем, и вы знаете, прямо радости у ребенка всегда куча. Ну, вы знаете, вот сейчас на ней, я считаю, что законченный образ, если вот эти вот брюки, леггинсы, да, поменять на штаны, то будет, в принципе, круто и красиво. Вот я так думаю, что мне нравится, но единственное, что вот леггинсы носить надо. Да, ну хорошо смотрится. И давай, Катюш, померяй еще вот эту модельку. Нам они очень понравились. Я пока возьму у тебя один. Да, нам они очень понравились, да? Давайте вот молча их покручу. Размер 36. Вот я туфли, допустим, от компании Faberlic, я ношу 38 размер. Тут я себе точно такие же заказала, точно такие же белые.
И они мне свободные, они мне комфортно, прям мой размер. То есть кроссовки, я так понимаю, немножко больше мерят. Вот, поэтому я дочке заказала 36-й, вы знаете, не прогадала. Ну, в принципе, моделька очень красивая. Да, давайте медленно ее. Моделька прям красавица, и мне она нравится. Вот когда... это рифма. Вот. Вы знаете, когда Катерина сегодня пришла, говорит: мама, я хочу забрать белые кроссовки, давай про них снимем видео, я их заберу. Я ей сказала, еще есть вторые, которые нужно снять. Вот. И когда я их показала, она, честно, она очень обрадовалась. Сказала: обалдеть, мне нравится, да? Катюш, как тебе в них? Потому что первый раз ты их меряешь. Сейчас я зашнурую. Мы их даже не померили до камеры, да, то есть я их так... Первый раз надеваем. Но смотрятся они, конечно, здорово на ножке. Так. Да шикарно. Шикарно? Ну как ощущение? Не давит ничего? Нет, не давит. Будешь и носить? И не спадывают, хорошо держатся. Будешь носить? Конечно. Ну, это тебе вот мой сюрприз как раз. Спасибо. Потому что ты их не заказывала, это я решила, что они тебе понравятся. Но ты знаешь, я уверена была, что они тебе понравятся. Да, конечно. Ты любишь такое. Ну что ж, Катюш, давай с тобой покажем, знаешь что? Пончо? Да, покажем с тобой пончо. Вот такое крутое пончо. Давайте я вам покажу вязочку близко. Да, вот такая вот вязочка, это в два слоя я тут показываю. Вот они, висюлечки такие красивые, да, вот такой вот пончо. Или пончо? Пончо. 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 Ага. Мы вам покажем пончо и такой, и другой, да, то есть зеленый и вот у зеленого нет артикула, а вот у этого пончо, вот он артикул, да, его размеры у обоих пончо будут 80 на 90 на 15. Вот, как вы видите, артикул 600-021. Ну что, Катюш, как? Шикарно. Тебе нравится? Конечно. Дело в том, что я пончо заказывала себе, но что-то у меня дочь его забирает для себя. Ты себе зеленое возьмешь или я его тоже заберу? Ну, Катя, я бы тоже хотела пончо себе. Бери зеленое. А мне его с чем носить? А его вот с леггинсами можешь носить, с джинсами можешь носить. Можешь носить с какой-то юбкой по колено. Можешь одевать поверх платья. То есть а все, так что можно? Вот так, как ты сейчас, да, можно. Можно носить, носи, пожалуйста. Да, и вот такой вот зеленый цвет пончо. Кстати, камера очень хорошо цвет передает. Прям идеальный он такой есть цвет. На, Катюш, померяй. Угу. Вот, тоже как бы такая классная вещичка. Мне она очень как бы понравилась. Носить с удовольствием буду. Или уж, Кать, давай тебе тогда уж отдам. У велика меня. Мне. Велика? Нет, они, у них идет, по-моему, единый размер. Да ты посмотри, вот это вот поменьше было. Нет, так же. Так же? Да. Разве? Ну, горлышко-то побольше, посмотри. Побольше? Ну, значит, это будет мое. Здесь, смотри, вот такое, а вот здесь вот такое. А, побольше, да? Да, я же говорю, оно больше мне. Странно. По идее, написано, что единый размер. Может быть, это у горлышек разное? А спиной встань. Угу. Нитка у тебя там сзади белая. Нет. А ты его, слушай, криво одела как будто. Да нет. Нет, да, все хорошо. Вот так. Ну так-то да, хорошо, штучка. Нравится, я вижу, что тебе нравится. Ну носи, да. Хочется так. Ну зеленый тоже хорош, мне как-то поспокойнее. Ну главное не черный, а то ты постоянно черный заказываешь. Ну так, значит, следующий свитер, это тоже Катерина выбрала для себя. В двух оттенках. Первый свитер это у нас идет. На, пока, Катюш, одевай. Первый свитер это у нас идет.
джемпер для женщины. Цвет ярко-синий, размер 42, состав 80% хлопок, 20% нейлон. Артикул 191012. Вот Катерина его сейчас надевает. Мое уважение. Катя учит меня русскому языку. Ну, в принципе, я с ней согласна, давно пора. А слушай, вот с блузкой хорошо он будет у тебя смотреться, если ты достанешь сейчас воротничок. Я знаю. Слушай, а классно так. А манжеты какие, кстати, у блузки? Манжеты? Манжеты простые, да? Так, там две пуговички. То есть, если поменьше ручка или побольше. Хорошо. Да. Можно сделать посвободнее или да. Ну, смотрите, прям классно, да? Такая классика-классика. Так вот и как, вот как издалека, да, здорово так смотрится. Ну, в принципе, да, хорошо, мне нравится. Ну, и следующая катюшна пока мере. Это тоже Faberlic, трикотажная майка для женщины. Артикул 85-327. Цвет бледно-желтый. Ой, это да. я не то читаю. Значит, у нас уже было... Это ты вот майку читаешь. Да. Звонит мне мой директор Ольга Пенина. Прошу прощения. Да, то есть это, значит, майку трикотажную. Это вот эта маечка. Катюш, разверни ее, помоги маме. Да, то есть вот такая вот. Ну, мерить мы ее не будем, но она нам как раз. Она нам как раз, эта Катюшка себе заказала, говорит, у меня ничего цветного нет. Кать, зачем ты ее себе заказала? Ходить либо по дому, либо в жару, выходить так просто на улицу, там мусор выкинуть, до магазина пробежаться. Ага. Или с чем-нибудь поверху можно и гулять носить. Угу. Вот. Да, то есть мы с вами сейчас Катюша оденет и померяем. Я покажу артикул, потому что он там у Катерины на воротнике. Аннотацию, значит, тоже уже потеряли. Катюш, наружу мерей. Аннотацию наружу мерей. Да, тоже как бы такой цвет. Классный, прикольный, мне нравится. Ты же ценитель ярко-красного. Да, тут Катерина позапрошлый заказ, вот прям все черное она заказывала. Говорю, Кать, пока есть возможность, надо брать. А то, если у Faberlic одежда для детей, там нет вообще ничего темного. Угу. А это с горлышком, это другая моделька, да? Это она идет с горлышком. Так что ее не поносишь с блузкой. Ага. Ну, с блузкой не поносишь, но с любой футболкой, майкой. У меня такая черная есть. Да, принеси мне аннотацию, пожалуйста. Сейчас. Вот она. Так, давай. Ага, тут еще идут пуговки. Нет, это ты мне блузку. Ты мне блузку дала. Вот. Так, это у нас трикотажный джемпер с высоким одинарным воротом для женщины. Артикул 191030, цвет красный, размер 42, 80% хлопок, 20% нейлон. Ну вот, в принципе, все вещи мы вам показали. Честно скажу, мне все нравится. Вот, да, значит, это кофточки ты разные заказала. Да, одна водолазка, одна вот с блузкой вообще классно, контрастно так смотрится. Да, то есть вот мы сегодня полностью в новинках. Да, дочка у меня, в принципе, всегда во всем новеньком ходит. Как вы знаете, она открыла директора по итогам 12-го каталога, да, но она рекрутирует. С командой, конечно, я работаю, она только рекрутирует потихонечку пока. Вот, ну, будем надеяться, что моя дочь повзрослеет и наконец-то придет полноценно в бизнес. Ну что ж, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем очень рады, если вы оцените наше видео как положительное. Мы старались, да, Катюш? Пока! Пока!